Я на часик после работы. Местность показывать не буду, но мне было интересно возраст этой тропинки. И вот интересная находочка. На границе с пробкой, но отражения никакого нет. Копаю. И это монетка. Две копейки 46-го года. Отличного вида. Иду дальше. На этой тропинке умудрились даже потерять часы Слава. К сожалению, механизм весь с корпусом за время лет истоптали, и остался только циферблат и, собственно, части механизма. Вот такая вот интересная штука. Мое видео на часик после работы. И вот интересный сигнальчик. Копаю. Вот она. Советская монетка. 85-й год. 2 копейки. Сегодня вечер 2 копеек. И вот еще одни 2 копейки 80-го года. В те времена эта монета часто носилась в кармане для звонков через автомат. Видимо, этим все-таки объясняется большое количество душек. 80-й год. Олимпиада. Иду дальше. Это уже не смешно. Третьи 2 копейки. Ну, копаю. Стало слишком темно. Я даже не могу различить даты на монетках. Вот, собственно, все сегодня находки. 3 двушки, ключ и непонятная хрень. 6 копеек есть. Сегодня на часик я решил в обед выйти в лес. Буквально. В свой собственный. И вот интересный сигнальчик. Похож на современную фольгу, но диаграмма абсолютно ровная, без разрывов и далеко за 20. Копаю.
Более подробная детекция не нужна. Монетка лежит на поверхности. И это опять 2 копейки. У меня второй день выпадает 2 копейки. И это 75-й год. Ай! Ай-яй-яй. 75-й год. 75-й год. Отличная обедица. Иду дальше. Дальше этого места мне удалось недалеко уйти, буквально в метре. Подобный сигнальчик. Вот это моя первая. А вот вторая. Диаграмма у этой рваная, но крутится в тех же самых пределах. Копаю. Я угадал. Снова 2 копейки, и это 70-й год. Ну, это вот получше состояние, но, видимо, разные металлы, разная диаграмма. Отличная полянка. Иду дальше. Не иду я дальше. Интересный сигнальчик, но уже за 30. 30, 33. Копаю. Есть. И это не пробка. Троечок. Чё там? 76-й год. Год моего рождения. Интересно, двояки до 30-ки, тройки от 30-ки. Вот это обедик. Иду дальше. Я уже возвращаюсь. Обед мой закончился. И, как это обычно бывает, идешь к машине, а тут сигнальчик. Граница 47, не 48. 48 пробка. 47 это не пробка. Копаю. И это монетка, но слегка контуженная.
кем-то или чем-то. Но точно не мной. Мятая. 93-й, по-моему, год. Все. Иду. Я уже полчаса иду к машине. И есть интересный сигнальчик. Диаграмма четкая. 43. Нет, 38. Это 48 пробка. А это уже не пробка. Копаю. Ха-ха, вот она. Пять копеек 62-го года. Хороший обедик. Иду дальше. Никак не дойду до машины. Целую рассыпуху нашел. Все в одном месте. Это, наверное, последняя здесь монета. Вот она. Еще одна 2 копейки. Сейчас еще пошарим. Есть еще одна. Тут целый карман, похоже.
Вот она. Еще одна двушечка. Хе-хе. Пробую еще раз. По-моему, я кого-то упустил. Так, вот здесь вот копаем. А, вот еще одна. И это... До двойки была копейка. Отличная кучка. Сейчас покажу. На одном месте. Вот это удачный обед. Ха-ха, иду дальше.